Что может Фантом против всех? Новейший робот. А сейчас это мы с вами узнаем, друзья. Ну что, погнали? Сразу оставляем метку. Активируем модуль призрак. На нем наиболее эффективно у нас отыгрывает Фантом. Ускорение у него бешеное и работает долгоспособность. Валим сразу Аресу. Фантом — это просто гроза Аресов. Гибель роботов Пантеона. Довели до ластенда, снесли. Обязательное умение пилота, друзья, с модулем призрак — это механик лечения робота каждую секунду. Обязательно для Фантома нужно умение лихач. Обязательно. Не ожидал Страйдер, что я у него за спиной окажусь. Вот так можно обманывать противника. Так, задача сейчас — набить побольше нам очков ремонта. Пробую дерзко напасть на белого, надеюсь, успею. Очень хорошая получается штурмовая сборка. Прям в полете забираю шестого робота. Это был у нас Ауджан. И серьезно успеваю повредить еще и спектр. Такая вот штурмовая сборочка, думаю, очень хорошо будет рулить, кстати, в плановом бою. Ухожу в другое измерение, чуть не сказал стелс, надо привыкнуть. И успеваю забрать седьмую машину. Дальше-то, конечно, я уже не справлюсь с Фантомом, но с Фальконом, но подразнить все-таки успею этого толстопуза. И, кстати, серьезно повреждает, потому что два хала шторм, скучностью стрельбы, умение пилота наносит шикарный просто урон. Посмотрите, я снес пол жизни. Просто зашибись, если был бы свеженький у меня сейчас Фантом, то Фалька можно было бы пободаться с ним один на один, попробовать разобрать. Я думаю, что в клановых боях вот такая штурмовая сборочка очень даже будет у нас рулить, друзья. Два хала и шторм. Ну и еще одну сборочку, тоже штурмовую, вам представляю, именно для ближних, для клинчевых боев, это два хала и корона. Кучная стрельбы стоит и увеличение количества урона. На скорости иду на допустимый урон. Здесь у меня лечилочка, как сопротивление урону работает. Я специально показываю две сборки: на лечилке и на модуле призрак. Они равнозначны по количеству батареек. Это вторая лечилка, тоже 40 энергоблоков. Так же, как и модуль призрак, активация стоит тоже 40 энергоблоков. Отыгрывать я буду здесь только фантомами. Робот мне очень понравился. Так, опасная ситуация. Я пока не включаю рано. Хочу до ластенда довести. Но меня тоже до ластенда доводит.
А вот теперь пора атаковать. Так, заберем сначала мы Фалькона, потом постараемся забрать Ареса. Работает у него Last End. Я решил телепортнуться, передохнуть. Перезаряжается способность быстро. Каких-то несчастных 10 секунд. И иногда стоит, конечно, подождать. Позлим инвайдера. 50 очков ремонт уже за мной. 10 киллов. И это двумя мехами всего. Причем второй еще жив. Немножко мы его сейчас проредим. Так, пора уходить. Чуть-чуть мне не удалось забрать этот килл. И вот проблема сразу у Фантома, да, друзья, если перебивает ему ногу. Потеря, конечно, ходовой, потеря скорости для него это принципиально. Так, ну и тактически сейчас совершаю я ошибку серьезную. Я пытался убить номера второго в игре, да, который второе место сейчас занимает. Отдал своего меха ему, а этого делать ни в коем случае нельзя, иначе может игрок выйти на первое место. Такие моменты учитывайте. Да, косячнул, бывает. Исправлюсь. Там схватка двух аресов, я бегу на эту дискотеку. Боюсь, все билеты разберут. Один билетик я забрал. Это просто ржачно, я и второй билетик забрал. Халява, друзья, 12 киллов, 54 очка ремонта. Посмотрите, 300 тысяч жизней у него, у этой сборочки. Это за счет армор-кита бустеров. Ну, плюс это 12 МК-2 Фантом. Так, где там у нас дракон? Куда он ломанулся? Так, ломанулся он далеко. Ну что ж, побежали. Бежать далеко. Но мы к этому готовы. Идем на допустимый урон. Тем более, что он дико мажет, потратил огнемет. Так, теперь на длинном мосту в центре у нас Ямантау кто-то находится. Вообще робот динамичный, кучу позитивных эмоций приносит. На нем можно очень интересно отыгрывать. Так, это у нас Немезида. Идем на допустимый. Как я говорил, главное с модулем призрак, чтобы работало. У мелочка у него механик лечился каждую секунду. В 4 пыка разбираем спектр буквально. И до ластенда меня доводит Арес. Надеюсь, я успею его разобрать. Он тоже уходит. Но мы сейчас здесь с ним поиграемся. Надо метку поставить, чтобы за спиной у него появиться. Сработал у него кратковременный ластенд. Ну блин, зараза, килл забрал спектр. Зашибись, еще слот не отстрелили. Ну ладно, сейчас мы меха поменяем. Оригинально, но я успел забрать этого спектра. Так сказать, маленькая мстя свершилась. Дико бесим просто инвайдера. Еще и наверху телепортнулись. Самое главное, не забывать о том, что вы оставили метку в хорошем месте. И следите краем глаза всегда за временем способности, да, идет там таймер, и нужно своевременно активироваться, чтобы отступить, конечно. Не забывайте об этом моменте. Там инвайдер просто в бешенстве уже. Я его просто заколебал. Но я так просто развлекаюсь. На самом деле надо было машинку мне сбросить. Но я еще пытаюсь, может быть, удастся килл забрать. Нет, он лечится, инвайдер толстый. Так, у нас Томарес есть. На ластенде первого или второго уровня. Пытаюсь всеми силами забрать, но мне не удается забрать. Все-таки инвайдер. Мне еще второй хал отстрелили. Я вообще с одним штормом остался. Да, прикольно на самом деле. Но меня забрал игрок под номером 3. Так что я спокоен. Не выберется никак на третье место. Я еще пытаюсь немножко повредить вражеского ареса. Не успеваю.
Так, ну что ж, окончание боя. Посмотрим, сколько мы на трех фантомчиках навоевали, сколько набили. И отправимся во второй бой против всех. 16 убитых. 3,5 миллиона урона, друзья, на трех фантомах против всех. Давайте смотрим второй бой. Я не просто так специально выбрал. Я на разных картах повоевал, а выбрал для обзора именно большую. Потому что обычно на подобных мехах на большой карте не очень удобно играть. Очень удачно удалось добить сейчас инвайдера. Забрали мы первый килл и очко ремонта взяли. Так, я вынужден модуль призрак поставить. Добить нужно его обязательно, забирая второй килл. И где-то там белый бешеный, вот он, сзади меня уже. Здесь пошел расчет на last stand, но мне удалось каким-то чудом его сберечь. Правда, ненадолго, но все же удалось. Вот пока он работает, я должен добежать и разобрать этого ареса. И мне это удается. Правда, я машину почти слил, но вот такая жаркая клинчевая схватка. И мне удалось уничтожить четверых врагов и заработать 2-4 очка на ремонт. Так, пытаюсь я еще что-то сделать здесь. Но без шансов. Так, применим. Сейчас пока мы ареса, очень много драконов. Так, забирает у меня этот килл. Хорошая возможность ответного огня по аресу противника. Деться ему некуда, забираю килл и сразу огонь по фалькону. Так, что-то меня еще жарит сбоку. Там у нас дракон заходит и взлетает ожидаемо. Да елки ж ты палки. Опа, успеваю включить способность. Хана белому. Забираю килл, кто-то у меня стрелял. Блин, там какая-то мелкая букашка. Это у нас Райкер. Блин, кто-то в спину резанул. Но вот так вот всегда происходит. Так, выводим фантомчика. Попробуем здесь зажечь. Надо же, каким-то образом я килл забрал. Повезло. Этого не забрал. Так, ну самое время атаковать Спектруса. Забираем. Так, снова у нас белый. Бодаться здесь с ним явно не стоит, поэтому телепортемся. Так, это что это такое? Это опять Райкер. Что-то смотрю, их много стало. Блин, а это еще что такое? Так, а это у нас Страйдер. Взялся откуда ни возьмись, застанил я его. Но до ластенда он меня резанул. Оставляю метку и сразу заход на Райкера пошел. Блин, не успел. Так, у нас тут Аресик. Отстрелялся, способность потратил. Будем телепортиться или не будем? Вот так подпрыгиваем на препятствие и забираем четвертого меха. Отлично отыгрывает, скорость большая. Очень скоростной, маневренный, динамичный мех получается, ребят. Вообще офигенно может просто отыгрывать. Блин, ланс. Вот твердолобые цели даются сложно. Так, ну дракончик-то я заберу. Забираю у нас гудлайк. Телепортимся за препятствие и надо передохнуть. Так, пытался по инквизитору пострелять, но ланс подходит. Попробуем попадаться с лансом, но там еще вижу я ними 5 недалеко. Боюсь, не дадут. И еще кто-то в меня стреляет. Здесь главное вокруг него бегать. Давай, 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 давай. Стреляю ему под щит. И удается забрать мне этот шестой килл. Телепортимся, но уже не там. До этого метку оставил я, не подумав. Вот важный момент, друзья, да? Нужно всегда думать, когда метку оставляете, что вы туда уйдете, чтобы в ракурс других врагов не попасть. То есть должна быть классная нычка такая, скрытное место, эффективное. Так, долбаем по медику, он способность потратил и спокойно килл забираем. Еще выгодно впротив всех вывести фантомчика, когда врагов осталось немного. Просто чудеса можно творить на этом мехе.
разбирать противника с самых невыгодных позиций. Появляться внезапно, где он не ждет. За спиной появляться. Так, на призраке идем. Надеюсь, успею разобрать. И появимся обратно под мостом. Сейчас килл забрали, постреляли. И сейчас сюрприз будет белому. Опа! Сюрприз, братан ты! Вот так вот можно делать, ребят. Просто жесть полнейшая. Вот в этом плане непредсказуемый. Тактически очень интересный мех, ребят. Вообще мне очень понравился. Поэтому обращайте внимание, еще раз говорю, на группы ВКонтакте, в Фейсбуке, вкладочку сообщества, где я буду публиковать анонсы, когда какие будут конкурсы проводиться на канале. И когда, друзья, какие обзоры и стримы будут тоже проводиться на канале, все будет анонсироваться. Какой-то бешеный блиц на лазерах против всех. Треть карты пробегает, я замерял на способности Ямантау, треть карты пробегает у нас Фантом. Далеко бегает. И на маленьких картах добегает в центр свободно. На всех. Средние карты почти добегают до лево-право-фланговых маяков. Там можно чуть-чуть подождать, перезарядиться и вылететь на способности. Отстреляться, взять призрак, взять маяк и вернуться за препятствие. Все это можно успеть сделать. Настолько неприятный робот. Как с ним бороться? Нужно стараться все-таки выявить, определить место, где он поставил метку, куда он телепортнется, чтобы там его спокойно уничтожить. Так, ну блицы мы просто забираем. Пытался, хотя он встроенной способностью навредить. Так, еще на чем-то появился противник. Это что у нас, ховер, что ли? Невероятно. Ну что ж, пободаемся с ховером. Одним больше, одним меньше. Честно говоря, фантому ховер на один зуб. Так, он у нас на спорже. Два споржа и спарк. Ну, укрываемся препятствием. Я знаю, что пытается на открытое место меня вытащить этот пилот, который пилотирует сейчас ховера. Но мы оставим меточку на всякий случай сейчас. Пойдем на ускорение, пока ускорение работает. Работает также сопротивление урону. На призраке максимально сократим расстояние. И в ближке сейчас дробашей разберем его к ядрине фи. Ну да, до ластенда довел, но робота своего потерял. Так, у нас 17 киллов. 98 очков ремонта. Думаю, что все. Роботы у красненьких ребят кончились. Заканчиваем бой тоже достаточно большим уроном. В основном практически отыграв только на фантомах. Выводил я, конечно, здесь Ареса. А мог, в принципе, обойтись и без этого. Рекомендую к просмотру эти видосы, друзья, на канале, а мы увидимся с вами в новых обзорах и стримах. Не пропускайте новые сюжеты, подписывайтесь на группу в Фейсбуке, ВКонтакте и поглядывайте вкладку «Сообщество» на канале, там, где все анонсируется. До новых встреч, всем отличных боев и хорошего настроения, с вами был Андрей, увидимся, друзья.